Так, опять хорошенький сигнальчик. ВДА у нас 18 показывает. И прям пищит хорошенько. Так, интересный сигнальчик. Где-то сверху. Три стрелочки. Может и порожняк быть тоже. Но сигнал хороший. Вот здесь, да, будем копать. Так, берем лопатку. И копаем. Где-то вот тут что-то есть. Может быть крышечка. А может быть и не крышечка. Может быть мне повезет сегодня. Ну, по крайней мере, не зря. Две монеты. Знаете, это... Опа, интересная большая монетка. Видите? Вот она намотана. Ха-ха-ха. Вот это уже древность называется. Это древняя монета. Про что я и говорил, я плюю на них, чтобы почистить. Это древняя монета, но ее нужно чистить. Она очень старенькая. И примерно 1000 лет, чуть меньше. Где-то год 1200 какой-то там. Золотая Орда, тоси-боси. Вот она, это древняя монета. Кстати, здесь я ее нашел. Следовательно, нужно искать еще рядом где-нибудь. Так, рисунок не проглядывается. Я ничего не вижу. Ну, ее нужно долго очищать. Очень-очень долго. Такие вот были монетки. Очищать в специальном растворе. Возможно, электролизом даже. Ну, эта монетка... Херня, в общем, бесценок. Смотря какой сохран, что на ней нарисовано. Так, порожняк. Но факт в том, что нашел. И знаете, какое удовольствие, когда вот найдешь монета железная. Когда найдешь именно вот это древнее что-то. Очень такой вот, знаете, кайф такой у тебя, возбуждение что ли. Обожают находить такие находки, пусть они даже бесценные, не имеют никакой стоимости, но как бы ты держишь в руках вот этот кусочек истории, очень так кайфно, знаете. И после вот этого копа я приезжаю домой, физически уставший, но морально получил... Колоссальный отдых, разрядился, получил энергию природы, кайф, честно. А так это удовольствие, вот этот металлоискатель, честно, это порожняк. Ничего вы не найдете, поверьте мне. Если есть деньги, покупайте, ходите, ищите. Я убил две тачки свои. Ремонт там, ужас, сколько денег у меня забрал. Ходовка в ноль на обоих машинах. Эта херня тоже дорогая. Сколько бензина сжег, сколько время потерял я рабочего, да, не ходил на работу, а ездил, вот, путешествовал. Но зато морально получил удовлетворение. Давай, дальше сейчас будем искать немножко.